Доброе утро, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня нам привезли вот такую провизию. Там осолики, там ноги говяжьи. В общем, бабуля уже снимает пробу. Вот, идем еще принесем. Кладбище для стройматериал. Одни стройматериалы, вернее. Если посмотреть. Еще один пакет. Короче. В общем. Спасибо моему отцу. Привез мне. Вкусняшки. Вот сейчас буду разделывать их. И класть в морозильник. Луночкой у нас сегодня запись к ветеринару. Сегодня будет вторая ее прививочка. Вот. Заодно пойдем вместо большого скопления людей на рынок. Куплю витаминов. И всем собакам, в частности. Вот. Посмотрим, какой видосик получится. Поехали. Так, ребят, выбрались мы в город. Социализация щенка, урок первый. Да, Луночка? Вот. Пошли. Пойдем. Ну вот. Параллельно мы идем на вторую нашу прививку, которую делают 3 месяца. Она всегда идет сзади или сбоку. Да? Луна. Пошли. Стой, моя хорошая. Хорошо. Это ее второй выход в город. Давай лапочку. Лапку. Пошли. Вот. Сейчас сделаем прививочку. И поедем домой. Бади, Снейк. Все, ребят, сделали нам прививочку. Идем мы, значит, в магазин, чтобы купить ребенку витаминов. Вот. Прививку сделали от бешенства. Плюс вообще вакцинацию. Ну, в общем, все как надо. Вот. Сейчас немножечко идем. Решили пешочком прогуляться. Пусть еще немножечко погуляет, побудет не в своей среде, без своих защитников, собак, которыми она сюда прячется. Вроде ведет себя в порядке. Вот. Эту прививку ей уже ставили, Эурикан. Поэтому при повторной вакцинации она себя чувствовать плохо не должна. Стой, лапку подними. Вот так. Пошли. Пойдем. Подходим к рынку. Это сейчас для нее вообще стрессовая ситуация. Вы посмотрите, сколько людей здесь. Мне кажется, она сейчас вообще в шоке будет. Просто столько людей. Какая прелесть бежит. Прелесть такая бежит. Пошла. Понял. Стойка сегодня. Вот сколько, вот куда надо с щенком ходить. На, пошли. Экстренная социализация. Привет, дружок. Не пойму только, кто ты. Фитбол, нет? Став. Став подшерстник? Да. Ну, смотри, что это. Как бы пошли бы работать, да, Слава? Ну, чё ж, с грузчиком каким-то, как ты можешь всегда устроить? Понял. Чё ты хочешь, Слава?
показывай. Что ты хочешь? Пошли рыбок с тобой посмотрим, да? Костя муж ходит, ой, да не важно, слепой. То есть он как бы дела отодвигает. Так, ладно, займемся мы делом. Какие вот витамины? Ну, вот такие витаминочки, все-таки баночку взяли одну. Едят все, наверное, мало. Вот. Будем и Бадика, и Луночку давать. Тут вот по весу и одну таблетку, Бадику три таблетки. Сейчас мы с ней закончим нашу прогулочку. Я думаю, для нее сегодня достаточно эмоций она получила. Вот. Поедем мы домой.